Здравствуйте! В эфире Ксения Якунина и прогноз погоды на ближайшие сутки. В Москве в этом году встреча зимы и весны будет бурной. На средней февральской неделе климатическая картина будет определяться высоким антициклоном над Центральной Европой и циклонами, пришедшими с Баренцева моря. Сложатся условия для частой смены погоды, скачков атмосферного давления и перепадов температуры. Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться снегопадами с метелью и сильным ветром. Мощное потепление резко сменилось похолоданием. Дороги покрылись гололедицей и установился поистине зимний характер погоды. Атмосферное давление опять подскочила на 10-15 единиц выше пределов нормы. Очередное изменение погоды ожидается в выходные. В субботу и в воскресенье температура опять начнет повышаться и поднимется до 3 градусов тепла. В горах же в эти дни будет ясно, осадки в виде снега ожидаются только в Сибае. Температура воздуха днем будет колебаться от 3 до 9, ночью от 6 до 14 градусов мороза. Ветер южного направления 2-3 метра в секунду. А вот в пятницу жителей столицы Кубани на протяжении всего дня ожидает ясная погода, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров опустятся до минус 1, ночью до минус 6 градусов мороза. Ветер стихнет до 2 метров в секунду и поменяет направление на южное. По предварительным прогнозам, неделя закончится оттепелью. Атмосферное давление, напротив, продолжит повышаться. На сегодня о погоде все. Строительная компания «Стройэлектросевкафмонтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай и живи. С вами была Ксения Якунина. Всем желаю отличного настроения и как можно больше ярких красок.